Сапчувай. Что тут, да? Тут стрельба опять, что ли? Да я хуй знаю, что тут. Что тут случилось, чувак? Да ничего, опять драка какая-то. Так, ну, я первый так понимаю, решили. Короче, короче, можно дали секунду? Да, попробуем приводить в чувство Хейли Дашми. На месте? Можно на секунду, да? Как вы хотите. Чё там? В общем, ситуация сегодня опять дрочила, из-за жены приезжали, стреляли. Кто? Стреляли опять охранников наших. На месте будут ушивать уже медики. Фэмы, походу. Непосредственно с Пэбексом же сейчас ушивать не будем. Ну, вчерашнюю историю помните нахер, когда дрочилы приезжали, просто расстреляли охранников? Угу. Сегодня то же самое было, короче. Они приехали, просто расстреляли всех и посетителей нахер, и всех остальных. Ай, да, чувак, я здесь. Кто нахуй? В смысле, прям внутри? Походу дрочилы нахуй, форум. Они были снаружи. Я чувак, просто да, просто двумя тачками приехали и расхуярили. Да, короче, я видел эту ситуацию. Я полностью видел эту ситуацию. Я припарковался вон там, где обычно. Я выхожу, и начинают они кричать. Они были на своих машинах, ну, на дрочильских, сам понимаешь, какие. Вот. Угу. Постреляли, покричали нахуй, и дальше поехали. Вот та баба, которая зашла нахуй, она с деревни. Чувак, от него воняет коровами нахуй. Я знаю, как это решить. Это все, что я сказал. Это все, что я хотел сказать. Да. Сап, Габи. Короче, смотри, раз некоторых мер недостаточно по поводу охраны, пусть охранники получают лицензии на оружие, чтобы у них был ствол с собой всегда. И когда такая хуйня происходит, что? А кто оплачивать будет эти лицензии? Еще раз. Ну, они же вроде платные, если я не ошибаюсь. Ну, все верно. Зарплата им выплачивается на это. Слышь, распоряжение. У вас хоть какие-то, блядь, средства защиты есть там, я не знаю, кастет, ствол. Нож. Ствол есть. Ну, ствол, а у тебя лицензия есть на него? Конечно, нет, нахер. Йо, пока не делай, слышишь? Я там уже скоро, может быть, свое частное открою, все уже прям договорено. Окей. Там, может быть, по скидке будет. Охуеть, Бенц. Ты меня удивляешь каждый день. Ладно, погнали. Занимался, как говорится. Слышь, Габи? Угу. А что, был полный клуб? Был полный клуб. У нас прям был полный. Просто звук. У нас был полный приват, у нас постоянно просто вот. Ну, голова у меня болела. Тут был просто звездец. И вот перестрелка, и весь клуб ушел. Я понял. Жиром, и у меня половина охраны в больнице, и люди уже не хотят, многие, работать в охране. Да, после этого идем с тобой, поговорим насчет этой темы. Слышь, короче, Жером, такая тема, нас нахуй уже второй день, блядь, обстреливают форумные дрочилы, нахуй. Ну? Ну, и чё, блядь, ну... Чё? Вы же крышу предоставляете, решите этот вопрос. Чё? Ты чё, блядь, будешь со мной в таком тоне разговаривать? В каком ты чё, тоне, нахуй, чувак? Кари, ты ничего не перепутал? Чувак, каком-то... Ты тоже... если на... Рот закрой. Ты если нахуй не знаешь, что решается за вашей спиной, блядь, ты не говори. Окей? Так ты хоть расскажи. Да ты... Чувак, это не твоя забота, нахуй, что-то рассказывать тебе. Чувак, по мне стреляют, это моя забота. Ты не понимаешь, да, чувак, что происходит? И куда ты сейчас... Куда... Не в ту стезю ты свернул, нахуй. Я тебе еще раз, чувак, говорю. Ваши проблемы, они решаются. Все ублюдки, нахуй, которые в этом виновны, они наказываются. Усёк? Занимайся своей работой, чувак. Услышал, Кари? Я понял тебя, короче. Что нахуй за вдохи такое? Слышишь, ты губка, нахуй, ты впитываешь, ты понял, бля? Тебе мистер Джером сказал, ты слушаешь, ты понял? Ты, ну, нахуй, на птичьих правах. Один погоди, раз, нахуй, да тебе погоди, закрой ебало, свистнут, все. Нахуй, всё, пизда, бля. Я не понял, чувак, ты чем-то недоволен? Ну, если ты чем-то недоволен, мне вот так и чуваки скажи. Чуваки по клубу стреляют, у меня люди... Я нахуй, тебе еще раз сказал, эти проблемы решаются, нахуй. По мере их поступления. Ничего, блядь, разорваться на все дела сразу или что, чувак? Чувак, ну не надо разрываться. Не надо разрываться? Ну, ты думаешь, я не решаю вопросы? Или ну, что? Если они уже ты второй мне раз, блядь, ты по мне два, предъявля... по три раза в день. Ты мне предъявляешь за то, что я не решаю вопросы или что? Я могу не решать их вообще. Я тебе не предъявляю. А что ты делаешь? Я тебе рассказываю ситуацию. Ну я в курсе этих ситуаций без тебя, чувак. Это моя работа, нахуй. Я ее выполняю. Ну я тебе рассказываю просто, мало ли ты не знаешь, там мало ли тебе не донесли то, что уже сегодня стреляли по нам два раза. Чувак, мне уже донесли. Если что-то такое происходит, поверь, я уже в курсе. Не надо по 6 раз ко мне подходить. И говорит, что там, вот это твоя работа. Я знаю, чувак, что это моя работа. Все, я ей занимаюсь. Окей.
Все, чувак. Хуёво как-то работой занимаешься. Кто ты вообще нахуй такой? Вчера шестерых сломали нахуй фэмов. И фэмовских колёс. Я его даже ни разу не видел здесь. Одного убили, блядь. Ну да, хуёво, согласен. Ну кто ж, блядь, виноват, что они не понимают? Чё, чувак? Я даже не знаю, кто тут такой, блядь. Какой-то мудила решил нахуй голос повысить. Ну чё, охуел, что ли? Я хотел его вырубить, нельзя, но потом вспомнил то, что команда. Ты, сука, тоже не в свои дела не лезь, нахуй. Йоу, но он уже, нахуй, я перегибает тебе сказал, палку. Чувак, ты мне нужен для других дел, нахуй. У тебя ствол с собой вообще? Я его продал. Да шучу, конечно, есть. Ну, блин, ну, мистер Джером, ну, когда я хоть раз его оставлял где-то? Он всегда со мной. Моя подушка безопасности в этом темном городишке. Работу я нахуй не выполняю, сюда, да? Блять. Мне головку нельзя. Выходим, выходим, выходим. Еби, еби, дампази, еби, 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 еби. Еби, еби, еби. Блять. Въебался. Да вессайт, ублюдок, нахуй. Вессайт, ублюдок. Одного разъебал, похуй. Блять, дампази, такой тип, я на себя весь дамаг взял. Вот он, блядь, телохранитель. А похуй, нет, у Дампази своя это. У него лицензия. На нас напали. Все нормально. Все ровно. Давай, контролируй. Контролируй. Надевай. Держу. Надевай. Принял. Так, помоги мне его. А, хотя ты и так раненый, сама справлюсь. Эй, сэр, как себя чувствуете? Бля, чувак, ну уже получше. А-а-а. Знаете, как сюда попали? Предполагаю, чувак. Угу. Что произошло? Может, что расскажете? А, кстати, слову, перед тем, как вы продолжите, вы задержаны, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, будет использовано против вас, вы имеете право на адвоката. В случае, если у вас нет адвоката, вы можете защищать себя самостоятельно. Также имеете право на один телефон, но в течение 2 минут присутствует офицер или помощник шерифа. Вам слышишь право, сэр? Да, я хочу позвонить адвокату. Отлично, вы сможете сделать это в стенах департамента. Я помню, мы со своим телохранителем, с моим бодигардом, заехали на ванилу. По нам зеленая сабра начала стрелять. Мы уезжать начали, и он в ответ стрелял. Стоп. Зеленый маслкар, да? Да, зеленый сабра. Вы были в кавалькейде? Я в кавалькейде был. Окей. Вот, мы ехали на кавалькейде со своим бодигардом. Да. Заехали, хотели, ну, ванилу. И смотрим, тачка зеленая начинает газовать и стрелять по нам. Начинает стрелять. Мы в ответ отстреливаемся. У меня лицензии, ну, нет на ствол. Я так сразу скажу, у моего бодигварда есть. А, его зовут Бен Хикс, правильно? Да, Бен Хикс, чувак. Да, я заметил. Да, у него лицуха есть, все ровно. Мы вроде уехали, я только хочу это, телефон достать, чтобы копам позвонить, да, на перекрестке вот там, на Кубах. И сзади вижу, несется эта херня и начинает по нам стрелять, колеса пробивает. Я там врезался в местного, пришлось выйти, они тоже вышли, и потом перестрелка пошла, и потом я ничего не помню. Понятно, сэр. Мы примерно половину ситуации все это зафиксировали. Да, действительно, был маслкар некий зеленый, который скрывался с места. Вы его номера случайно не запомнили, сэр? Номера? Нет, я помню зеленый маслкар, двухдверный, сабры. И диски у него такие, как у Мерседеса, значок. Как люди выглядели в автомобиле сабра зеленом?
Один с афро прической, весь в зеленых шмотках таких. У него еще цифры на шмотках были. А второй в джинсах, с зеленой банданой и без торса. Хорошо, сэр. Ну, я думаю, вы понимаете то, что в данной ситуации мы можем понять ситуацию. Как бы это странно ни звучало, но, к сожалению, ношение, хранение да, оружия... Да, чувак. Слушай, вот... вопрос. Слушай. А вот я могу вообще, ну... Вот у меня сейчас, да, уголовка будет. Вторая моя в жизни. Угу. Я могу там лицензию на оружие намутить как-то или нет? Только как только вы снимете эти, соответственно, уголовные взыскания, обвинительные заключения. А как их снять? Можете явиться, написать заявление на сайте судимости. Ее рассмотрят сотрудники федерального агентства. Че, я одеться-то могу? 24 мы вам сообщим. Так, вы уже готовы идти, да? Да. Давайте-ка тогда аккуратненько встаем. Оп, да, штанишки обязательно. Отлично, очень хорошо. Можно кепку не надевать. И очки тоже, кстати, нужно не надевать. Добрый день, офицеры. День добрый. Ночь, сэр. Ну да, уже действительно ночь. Так, значит, вещи его взяли, поэтому можете погружаться, сэр. Давайте я вас пристегну. Все, давай вещи я в багажник заберу. Угу. Давай. Ага, окей. Так, сэр, тогда подождите, посидите буквально парочку минут, хорошо? Сейчас пока что... А, вы, наверное, не слышите. А что такое, сэр, чувак? Говорю, пару минут подождите, пока там агенты разберутся с вашим телохранителем и нападавшим. Хорошо? Как да, только окей, будем готовы, мы поедем, окей? Угу. Да, он без там уснул, ему? Чуваки, по-любому, вы просто его это не заметили, шарите. Может, его он пока там обрабатывается, вы, да, с ранением. Да, да. Ладно, тогда поехали. Потом очнется, я думаю, врачи сообщат или там полиция, окей, кто угодно. Поехали, скорее всего, там это. Сейчас, погоди. Местные так. Врачи им помощь оказывают. А, давайте вот, пожалуйста, телефон ваш. Звоните адвокату. Угу. У вас есть 2 минуты. Как зовут? Бенджамин Кокс. Усап, Бенджамин. Да, Джером, слушаю. Да. Ну, слушай, меня тут задержали, короче, в перестрелку попал с драчилами из Чемберлейна. Сможешь подкатить? Куда? Федеральный офис. Как он? НУС называется? НУС, правильно. Федеральный офис. Я понял, выезжай, давай. Давай, я тут. Угу. Соответственно, вас задержали на Кубах. Да, на Кубах. Изначально все началось... А как обстоятельствах вах, как задержали? Я уже, чувак, подстреленный лежал и подстрелил он того зеленого. Да. Так, окей. Да, серьезное дело. А началось все на ваниле. У меня лицензии нет, у моего этого есть. Телохранителя на ствол. Так что. Ну, это в данной ситуации ты его особо не спасает, я так понимаю. Нет, почему? Он типа оборонялся. Он как бы ваш по документам оформлен, да, да юридически да, все. Да, а, да, ну да. Тогда другое дело, да, да, тогда это меняет. Угу. Окей, тогда, ну смотрите, какие вам статьи сейчас инкриминируют? Смотри, инкриминировали чувак за ствол. Вот. Угу. Типа нелегальное хранение, то, что без лицензии. А, и еще я вот этому копу сказал, что на ваниле я тоже стрелял. Но типа в ответ. То есть первый, короче, не я стрельбу начал. Это вы ему сказали после того, как он вам зачитал Миранду, правильно? Да, да, да. Это уже под Мирандой я сказал, чувак. Короче, он знает вот так все. Мы заехали на ванилу, по нам начали стрелять, мы начали стрелять в ответ. Я начал стрелять в ответ. Мой телохранитель... уже начал стрелять на Кубах. А ваш телохранитель сейчас где? В больнице он там. Я вас понял. Окей, понял. Соответственно, я предполагаю, что вы от ванилы уходили от погони в сторону Кубов. Угу. У вас владение нелегально. Я доставал, чувак, телефон уже звонить копам. И подъехала тачка в спину и начала по нам стрелять по колесам. Пробили колесо, и мы врезались в тачку местную. Хорошо, как будем действовать? Будем все сейчас отрицать или будем сотрудничать? Какие у вас есть предпочтения? Просто в данной ситуации я могу попробовать... Ну, вам смотри, дадут, чувак, конечно, у меня это первая уголовка, у моего... Ага. Этого вообще уголовок нет, да. Угу. Я думаю, ну, если мы будем говорить, что какой-то ебаный бандит с гетто, тем более у меня есть инфа еще на них, на вот этого ублюдка. Так. Получается, ну, если еще можно ему что-то сверху накинуть,
что, ну, он начал стрелять первый, чувак. Ну, версия такая. Давайте тогда чистосердечное, вы рассказываете все как есть, то, что вы уходили от погони, по вам начали стрелять, ваш охранник отстреливался, да, у вас незаконное ношение оружия, и как бы, вы оборонялись им. Мистер Джером? Да, добрый день. Меня зовут специальный агент Юта, Игл 13. Хорошо, права я вам зачитал, вы их поняли, так поэтому повторять я вам их не буду. Расскажите, пожалуйста, для каких целей вы прибыли в стриптиз-клуб Ванила? Тогда даже давайте немножко иначе начнем. Вы являетесь представителем, ну, как бы, рэпером из организации БМР, да, записи, вот, звукозаписи, вот это все. Да, я на лейбле, чувак. Ага. Понял. С какой целью вы прибыли в Ванила Юникорн? Посмотреть на женские жопы. Жопы. Угу. А разве она в это время открыта? Ну, я приехал посмотреть. И... открыты ли женские жопы сегодня, чувак? Понятно. И когда вы приехали, на вас сразу же напали эти ребята, да? Угу. Как я заехал, чувак, за поворот, получается. Они узнали вас как, по машине или что? Или вы как-то... Я не знаю, чувак, как они меня узнали. Это у них надо спрашивать. Огонь первый я не открывал до последнего. Интересно. Хорошо, подскажите, пожалуйста, вам знаком такой человек Рэй Колман? Да. Ну, не знаете, да, типа он как-то ваш близкий друг был или как? Слушай, чувак, скажем так, он был моим боссом, я уже у него на лейбле был. Мистер Шером, Джером. Да-да. В общем, ну, агенты предлагают, что вы полностью признаете в содеянном, а не рассказываете сказку про самооборону, рассказываете про Рэя Колмана, и вы выходите отсюда без срока. Вам дадут уголовное взыскание, но вы не будете отсиживать. По штрафу, я думаю... А уголовное взыскание за что? За незаконное владение оружием. А в содеянном что? Что, типа, я начал стрелять? Ну, да. А инфу про Рэя Колмана что? Что, все, что знаете, рассказываете. Свидетельские показания. Окей. Вас такое интересует? Да, да, да. Давай. Мы соглашаемся на полное сотрудничество. Да. Уверены. На 100%. Хорошо. Ребят, я эту инфу про Рэя Колмана уже рассказывал. Поэтому, ну, мне второй раз ее не западло сказать, чтобы меня выпустили. Ну, продолжим. Мы остановились на том, что его связывает с мистером Рэем Колманом. Угу. Так, и что вас связывает? Ну, чувак, работал на него, получается, на лейбле. Был последним я человеком, кто его видел в живых. На моих глазах его спиздил Стоун, Дуэйн Стоун. На Серафе с номерными знаками 30SZ. С ним в машине был Слипи. Татуировка у него на лбу, его стритнейма. Дром. Да. Я тебя немножко перебью. Я же тебе предлагал, наверное. Я в курсе этой темы. Не думаешь, мы этим вопросом не занимаемся? Дай нам время. Ну, так мне просто сказал мой адвокат, что, типа, если я говорю, все... Так вопрос не в том, знаете вы или нет. Вопрос не, в том, просто... что он сотрудничает, да, и свидетельские показания дает. Касаемо, получается, по сути, Стоун — это представитель группы The Families, правильно? Ну, получается так, да. И те люди, на которых, по вашим словам, от которых вы самооборонились, тоже представители группировки The Families, правильно? Да, чувак. Или вы не знали? То есть, предположим, гипотетически, что вы не приезжали туда на Ванилу Юникорн, да, попытаться отомстить за вашего босса. Я туда Слышишь меня, да? Да-да-да. Я туда не приезжал мстить за своего босса. Я тебе скажу так. Хорошо. Цели есть... приехать на Ванилу и отомстить там за Рея у меня не было. Хоть на детектор лжи сажай меня. Чё, адвокат? Ты не открывал первый огонь, правильно? Подумай над этим ответом. Или твой, ну, твой телохранитель, может. Здесь необходимо снять... камер видеонаблюдения, кто открыл огонь первым. Вот. И в случае, если там будет, ну, неясно или предположительно, что открыли огонь из автомашины господина Джерома, да,
то в этом случае ему будет вменено попытка убийства и лжесвидетельствование. Кроме того, ну, как я вам уже сказал, блин, в рук. Ладно, чувак, поигрались и хватит. Ну, чувак, эти ублюдки обстреляли мой клуб, Багаму, уже второй раз. Мне уже просто надоело, чувак. Жером, если хочешь, можем поговорить. Я тебе сразу говорю, если будем нормально разговаривать, ты все равно выйдешь отсюда. Я тебя не буду здесь держать или типа того. Мне в этом интересно. Нет, чувак, я общался хорошо с Рэем. Может, наверное, ты не в курсе. И парень, типа, мы всегда находились с ним общий язык. Да, чувак, да, окей, же... смотри. Мистер Жером. Да, погоди. Я готов, чувак, с тобой общаться о чем угодно, если я знаю, что я отсюда выйду без единого штрафа, но только с уголовкой за ствол. Если я правильно понимаю агента Ю, то вы выйдете отсюда без отбывания срока в любом случае, если будем общаться нормально. Вот так вот он хочет сказать. Ну, смотри, чувак, расклад такой. Я приехал, эти ублюдки из Chamberlain Hills, включая вот того Q-Dub'а, который сидит в камере, и остальных, уже второй день подряд расстреливают клуб Багама Мама. Пока что есть свидетельские показания со слов мистера Джерома. Да, свидетели, работники, охранники. Видеокамер. Вот, видеокамер нет, потому что они пока не установлены. Нет. Да, свидетельские показания имеются, ну, как минимум 5 свидетелей тебе это точно скажут. Передавали привет от форум драйва и так далее. И смотри, такой момент, что приехал я на Ванилу не с целью кого-то убить или посягнуть там на убийство. Ну, а там отомстить, короче. Я стрелял чисто в клуб. Он сказал, что он не хочет мстить. Я стрелял, да. У меня не было цели мстить за Рэя. Я Рэя знал, блядь, 2 недели, понимаешь, чувак? Расклад такой. Я приехал на Ванилу пострелять по Ваниле. А не по людям в ней, как эти ублюдки делают. Или по работникам. Или по ним. А пулевые, которые у него есть, уже в результате того, что мы постреляли... Ну, парк кубов, я понял продолжение. Вот и все. В принципе. А какие-то у нас еще моменты, которые прояснить надо? Да не, чувак. Окей. Нет. Окей, тогда в таком случае... сейчас вам зачитаю приговор. И как мы договаривались, после этого сразу выходите из этого. Вот если бы я сказал, что Дампази там начал первый стрелять, это уже снять. Власть туда на мне штатом сандарилась в арестовании по обвинению в нарушении следующей статьи. 23.1. Попытка убийства при стрельбе в сторону здания. От этого могли пострадать пострадавшие, ну, точнее люди. И это не может квалифицироваться как самооборона, даже если вы хотели просто пострелять по кирпичам. 41.1. Незаконное хранение оружия либо попасть к нему. Приговорите заключение в изоляторе на НУС на 40 срок, который вы уже отбыли. Кроме того, вам выписан штраф на общую сумму. Максимальное было 15, так что давайте за незаконное, за стрельбу, которая пришла на пару кубов, пусть будет 3500. Кроме того, у вас недавно не почти нету нарушений, связанных с этой статьей. Базара нет с пятнашки до 3500. Да, чувак. Какие-то, не знаю, недовольства или что-то, или будете подать операцию, или что-то еще. Да не, все равно. Ну, в принципе, на этом свободны, как бы, или что-то хотите еще? Нет, я хочу всего лишь побыстрее с вами подсветить. Идем за мной, наручники я все равно не надевал, вечные вещи сейчас отдам. В принципе, на этом может быть свободно. Все, братва, на сутки отдых за уединение. Оказалось, что вот в моменте, когда с Дампази мы ехали на Ванили, он не стрелял. Ну, типа, даже если он в тачке, это считается обвинение. Я думал, нельзя. Ну, точнее, я думал, можно так. То, типа, если он не стреляет и ничего, просто в тачке сидит, то можно. Да нет, Дампази ни при чем, это я просто так думал, поэтому вот. Я думал, что это нету, не объединение. Насколько бан на сутки? Иди нахуй сбита. Кокси, скалумбик, калаши из России. Нет сагранников, ходы потайные. Разлипаем 40 унций, это старый стиль. Возьмем твою тачку и сдадим бутик. Классные роллы подвижные из Аргентины. Их там роллу нап, местная блядина. Напялишь ты костюм, но ты не поменяешь. Под солнцем как и был. Yes.